Дякуємо, що залишаєтеся на сьомому. В студії Євген Салтан і Анна Полякова. Ці інформаційної години говоримо про те, чи вистачить членів ДВК для проведення виборів 21 квітня. На цю тему говоримо з нашими гостями. Це Михайло Шмашкович, голова міської організації БПП «Солідарність». Вітаємо вас. А також Володимир Сівак, голова правління молодіжної платформи «Майбутнє». Трошки згодом до нас залучиться ще один гість. Ну, а поки що ми задаємо питання нашим телеглядачам. Звучить воно наступним чином. Чи виникли проблеми зі зміною місця голосування? Так або ні? Також ви можете телефонувати у нас у студію, ділитися своїми думками та ставити питання нашим гостям. І можна надсилати повідомлення на наш номер Viber, ви його також бачите на екранах. Так, давайте до нашої теми. Дійсно, існує проблема. Зараз я хочу зазначити, що в багатьох округах не вистачає членів дільничної виборчої комісії. Якщо можна, будь ласка, покажіть, які це регіони і де їх не вистачає. Ось ми бачимо їх: Дніпропетровська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. І ось ми бачимо ці ТВО, де не вистачає членів ДВК. Хоча, насправді, залишається у нас дуже мало часу і вже, по суті, мають бути сформовані виборчі комісії. Отже, постає питання, власне, чи вистачить цього тижня, аби докорінно змінити цю ситуацію і для того, аби, власне, вибори пройшли? Бачите, сьогодні, здається, останній день формування комісії. Ну, формально, да, но если как бы исходить из опыта предыдущих первого тура, то у нас были случаи, когда ОВК достаточно долго не формировали состав участковых комиссий. Например, я занимался 137-м округом, там это формирование пришло на первом туре, по-моему, если не ошибаюсь, с опозданием на 2 суток. Это в данном случае просто вопрос организации работы комиссии, вопрос взаимодействия внутри ее работы. Это не является, насколько я знаю, критическим нарушением, если какой-то из округов на день или на два отсрочит эту ситуацию. Зараз ми робимо невеличку паузу і долучаємо до нашої бесіди ще одного гостя. Це Ірина Тодорич, адвокат. Вона готова долучитися до нас вже. Вітаємо вас, дякуємо за те, що знайшли час. Добрий вечір. І встигли на наш ефір. А ви кажете, ще є кілька днів. А чи будуть сформовані ДВК? Ні, комісії будуть точно сформовані. Как бы в этом у меня никаких вопросов по этому поводу нет. Я знаю, що зараз періодично розганяється паніка. На самом деле проблема кроється гораздо глубже. У нас на этих выборах все решили показать, что они святее Папы Римского. Почему? Потому что не является секретом, что абсолютно на всех выборах, абсолютно все политические партии платили, доплачивали и членам комиссии, и агитаторам, и наблюдателям. В этот раз ряд правоохранительных органов начал бороться с этими методами. Я так допускаю, что в результате пошло к тому, что чтобы обоих кандидатов решили, ну, по закону, значит, по закону. У нас, у меня, чтобы было понятно, при том, что я, хотя я возглавляю городскую организацию, выборами президента в городе Одессе не занимался от слова вообще, но при этом количество звонков на мой телефон желающими поработать председателем, секретарем комиссии просто разрывается, потому что уже находят знакомых через знакомых. Только вопрос главный, сколько нам заплатить денег? Я говорю, нисколько не заплатим. Вот по закону, сколько вам положено, столько вы и получите. Сколько там положено? 250, да? Нет, там, если не ошибаюсь, по крайней мере, вот по 137-му избирательному округу на севере области, там было порядка 400 гривен. По крайней мере, я говорю про первый тур. Ну, мы чули за сумму 250. Ну, це ну, ж, ви самі розумієте, що копійки. Смотрите, ще раз я говорю, вот, в тому числі і на вашому, по-моєму, телеканалі, но не готов говорити точно, у нас масово звучали обвинення во всіх вот, гріхах і так далі. При тому, що как бы, є закон, а є, називаємо це право обичая, і воно существовало абсолютно вот, всі вибори, які существовали. Вот, я в перших виборах приймав участь в 1999 році, це були вибори президента, перший тур, представляв тоді одного із кандидатів президента на наблюдателем. Ни на одних выборах не было других правил. Правила были и всегда. Более того, это, насколько мой опыт общения с международными коллегами тоже говорит о том, что и там агитаторы и в других странах, в том числе и в странах Запада, получают определенную, назовем это денежную компенсацию, и, ну, по членам комиссии там система другая. У нас в результате последних выборов
когда, если не ошибаюсь, в 2010 году достаточно серьезно, там, несколько раз меняли закон, в том числе и в полупожарном порядке, чтобы исключить срывы выборов. Там он прописан достаточно так, что ни вопросов то, что есть огромное количество людей, которые планировало заработать на той ситуации, которая сейчас будет, это факт, и в Одессе их большое количество, потому что ходят легенды, кому сколько, когда на каких выборах платили. Желательно просто пойти в комиссии, просто грустно отсидеть один вечер, выдавать документы и получить деньги. Ну, понятно, и за счет этого в том числе раздувается паника. На самом деле, да, это большая, сложная работа, которую необходимо сделать. І якщо вже рішили по закону, значить буде по закону. Давайте почуємо думку Володимира. Но як ви гадаєте, чи все так гладко пройде і дійсно все ж таки? Не гладко, я не говорю гладко, я говорю, що все пройде. Пройде, ну добре. Чи знайдуть додаткових членів ДВК? Безусловно, треба розуміти, смотрите, у нас є, я розумію, там, обичаї і так далі, але у нас є закони України, які треба виконувати. Якщо ми хочемо жити в правовому государстві і претендуємо на те, щоб у нас був закон, і ми не нарушали нашу конституцію, то треба соблюдати закони. Вчора, я вам хочу сказати, дорогі друзі, вчора був останній день, коли кандидати в президенти могли подавати своїх членів в избирательні комісії. Почему один из кандидатов в президенты не сделал этого в полном объеме? Я не знаю. Это может, вот может Михаил ответит мне на этот вопрос. Сегодня... Я так разумею, один из кандидатов за сам Петро Порошенко, якщо ви полюєте. Ну, это не я сказал, потому что есть, вы можете обратиться к, опять же, вы можете обратиться к окружным избирательным комиссиям, главе, который уполномочен отвечать на эти вопросы, они вам дадут данные, сколько у них не хватает, скажем так, тех или иных людей в комиссиях. От кого? От какого субъекта подания? Сегодня же последний день, когда комиссия может сформировать. Но теперь они формируют из члена, скажем так, члена окружной избирательной комиссии, делают свою пропозицию, подання, и значит, на основании этого подання формируется комиссия. На самом деле, это большая проблема, то, что не сформированы комиссии. Потому что они могут просто не открыться, потому что может просто быть сорван кворум, первое заседание, и может быть просто не открыта избирательная комиссия. Но я вам хочу сказать, что те люди, вот вы правильно задали вопрос по поводу зміни місця голосування. До цього трохи пізніше, давайте до... Я просто хочу сказать, так, что те люди, которые стоят там и меняют свое место голосования, и которые стоят в очередях по 5 часов, не дадут этого сделать. Единственный выход в этом виде, я вижу лично такой, что Центральная избирательная комиссия в этом случае должна тогда прислать свое разъяснение. Согласно этому разъяснению, она должна сказать, либо она разрешает, чтобы окружные избирательные комиссии работали с дільничними комиссиями в таком составе, либо же, ну... Змінити кворум, це називається, да, згідно закону. А зараз ми саме полівікні показуємо, які черги Приморської райадміністрації, бажаючих змінити місце голосування, але до цього трохи пізніше. Так, зараз до цього. Я просто хочу просто об'яснити. Звучить дуже багато, пускай не прямих, но намеков, что будет попытка сорвать выборы. Просто если бы это было абсолютно в каждой ДВК подан несколько представителей от того кандидата, которого я представляю, которого я поддерживаю. Если была бы хотя бы идея в том, чтобы срывать эти выборы, естественно, не подали бы никого, потому что какая разница? Принято, каждый штаб определялся по этой ситуации своеобразно, каждое то количество людей, которое он абсолютно в рамках закона, потому что мы должны жить по закону, сможет обеспечить. Это количество более чем достаточное, более этого существуют местные органы власти, которые в таких случаях должны тоже участвовать и помогать формировать эти комиссии. Mm-hmm. И ничего страшного, еще раз говорю, то, что процесс сложный, ну так все учимся жить по закону, это замечательно. Давайте почуємо думку Ірини щодо зміни кворуму, ви почали її висловлювати. Ну, да, я просто всі кажуть про те, що можливо щось там не трапиться, щось нічого не буде. Мені здається, що в законі чітко все зазначено, що якщо не подають безпосередньо представники кандидатів своїх там представників, то безпосередньо вже окружна виборча комісія повинна формувати це власноруч. Тобто вони сформують, по великому рахунку, я не бачу у цьому ніякого там складнощів. Вони сформують безпосередньо з тих кандидатів, з яких вони там вважають за потрібне. А вони також можуть, якщо ну, взагалі немає там людей, то вони можуть змінити безпосередньо кворум своїм рішенням і будуть працювати ці виборчі дільниці безпосередньо саме там. Так, Михайло, можна вопрос сразу? Давайте коротка відповідь Михайла. Да, ні, тут абсолютно согласен. На самом деле закон прописан так, он був прописан так, если не ошибаюсь, в 2010 году перед виборами, когда Тимошенко с Януковичем, и тоже было очень много разговоров, как будут срываться выборы в конкретных районах, в конкретных областях. Я тогда за этим тоже следил. И в принципе прописан таким образом, что при минимальном желании и участии и органов
местного самоуправления и у Центральной избирательной комиссии никакого срыва выборов не произойдет. Более того, он там практически невозможен. А то, что вот абсолютно правильно мой оппонент в данном случае не совсем сказал, что надо учиться жить по закону, и в том числе и избирателям, которые привыкли зарабатывать деньги на той работе, которая они, в принципе, не положена. А что касается, опять же, всех кандидатов, то я хочу напомнить, что у нас не так давно был первый тур выборов, и по тому округу, которым вот я действительно занимался и отслеживал статистику, например, кандидат, вышедший во второй тур, далеко не на всех участках вообще подал даже одного кандидата. И ничего страшного, никто тогда не обвинял его в срыве выборов. Абсолютно нормальный процесс. Есть люди на конкретном участке, которые готовы отработать. Они работают. Если нет людей или есть какое-то количество, оно работает. Дальше в том случае, как абсолютно правильно сказала юрист, извините, что вас так называю, адвокат, правильно, да? В случае, если такой необходимости технической нет, то есть целый ряд других механизмов, как это можно исправить. И более того, никакой попытки срыва выборов, опять же, даже я говорю просто по логике, нет и не планируется. Было пытание. Да, мне просто интересно, я хотел спросить, да, действительно, законом предусмотрено, а где должны члены окружной избирательной комиссии набирать этих людей? Ну, вони пропонують безпосередньо, згідно закону, кожен член окружної комісії може запропонувати безпосередньо осіб, тих, які вони вважають за потрібним. Це може бути... Извините, я теж перебиваю вас. Из опыта 2014 года, когда тоже стоял вопрос, что может по ряду причин не состояться выбор, именно тогда по каким-то участкам была проблема, просто вот как это происходило, ну, штаб обращался к органам местного самоуправления, да, в конкретных населенных пунктах. Хотелось завершить эту думку. И они помогали. А не будет ли это, опять же, вот смотрите, вопрос, вот у меня вопрос, а не будет ли это, у нас отстранили, кстати, у нас был закон, про выборы. Про выборы народных депутатов, в котором органы местного самоуправления участвовали в формировании избирательных комиссий. Вот смотрите, это сейчас у нас этого нет. Я просто хочу спросить, не будет ли это вмешательством со стороны органов местной власти и местной администрации в избирательный процесс? Не будет. Если это будет відповідно до закону, если безпосередньо член якогось окружного виборчого дільниці запропонує якусь особу, там, не знаю, Іванова, Петрова, там, будь-яку іншу, там, Шевченко, або... Ми ж говоримо сейчас про органи місцевого самоуправління. Так, це може не буде бути особи з органів місцевого самоуправління. Може не бути. Извините, що вас перебиваю. Органи місцевого самоуправління, особливо в небольших населених пунктах, це ті люди, які непосредственно общаются с людьми. Они знают их возможности, в том числе, для того, чтобы работать в избирательной комиссии, все-таки нужно иметь хоть какой-то минимальный опыт и какое-то минимальное образование. Особенно если мы, когда мы говорим по аграрной районной Одесской области, и языковые вопросы, многие другие вопросы. Я вот, допустим, первые выборы, в которых я достаточно участвовал уже не просто в качестве наблюдателя, это был 2006 год, и тогда председатель на тот момент Ренийского районного совета, а ныне депутат областного совета, говорил о том, что они вообще просто с большим трудом находят вообще людей, которые в состоянии на украинском языке заполнить протоколы, потому что, Ренийский район есть Ренийский район. Да, знаете, с 2006 года ситуация, безусловно, поменялась, но... В законе Украины про выборы президента четко указана роль органов местного самоуправления в проведении выборов. На них лежит организация проведения избирательного процесса, обеспечение материальным и так далее, и так далее. Вы мне назовите мне статью, назовите мне положение или постанову Центральной избирательной комиссии, на основании которой член окружная избирательная комиссия должна обращаться к органам местного самоуправления за тем, чтобы им дали людей, как вы говорите. Это не оповестково. Вы же говорите, что можно это делать. Но это же надо делать на основании каких-то законодательных, на основании закона, на основании постановы Центральной комиссии. Есть такая? Нету ее. Ничего другого, чтобы запрещало это. Я еще раз говорю. Я пытаюсь задать нормальный вопрос. Не будет ли это и не является ли это, потому что я лично считаю, что это вмешательство со стороны, если будет такое обращение, если они будут давать людей, это вмешательство со стороны органов местной власти в проведении выборов. Ну, тоді звертайтесь до правоохранных органов, если вы так вважаєте. Пишіть заяву. Еще раз говорю. 214 статті. Еще раз. Правильно. Но я говорю, назовите мне постанову Центральной избирательной комиссии, которая предполагает обращение к органам местного управления. Назовите, пожалуйста, постанову, которая это запрещает. А навіщо постанову? Я вам еще раз говорю, есть закон Украины про выборы президента, где четко указано роль органов местной власти в этом процессе.
По поводу матеріально-технічного забезпечення. Давайте коментар адвоката, і наскільки я розумію, вона знає дещо більше. Ну, мені щось здається, що наш шановний колега щось намагається знайти чорну кішку там, де її взагалі немає. Та ні, ніхто її не іщет. Прошу, якщо щоб мені є сказали, порушення, хто? Ви від кого? Я прошу, щоб мені сказали. От вас, в даному случаї. Так от я кажу вам про те, що відповідно до закону, закон чітко закріпляє те, що якщо немає від кандидатів якихось пропозицій щодо членів виборчої безпосередньо комісії, окружна комісія, її члени подають будь-яких осіб. Це може бути і не безпосередньо із органів місцевого самоврядування. Правильно, мене волнує, де прописано, що вони повинні обращатися до органів місцевого самоврядування? Та нігде не прописано. Я кажу про те, що це може бути жителька зі школи. Ви мені не назвали цю статтю, ви не назвали постановлення. Це може бути інша будь-яка особа. Давайте почуємо Михайла. Я хочу телезрителю спокоїти, действительно, организация выборов – процесс сложный, и коль скоро решили все поступать по закону, абсолютно правильно это решили, что это делать, я думаю, что мы это пойдут первые выборы, которые именно в таком составе это происходит. Я думаю, что у нас найдется большое количество, по крайней мере, исходя из того, что желающих принять участие в выборной кампании, своим опытом показать, что можно и бесплатно работать в избирательной кампании. Ну вот посмотрим, как это произойдет. А то на таких волонтерских основах, а за рахунок держави. Якщо ми кажемо, бездоплатно. В середньому це 300 гривень, я сьогодні лише ось читала, що це така сума. Можливо, має йтися про те, що ця сума має бути вища для того, аби, власне, ініціювати більшу кількість людей. Понимаете, дело в том, что очень многие вещи у нас... Тобто це питання фінансового характеру? Когда мы начнем говорить с вами там, о зарплате какого-то чиновника или топ-менеджера, то кажется, что, в принципе, ну, абсолютно логично, что он должен получать нормальную зарплату, то, что вы говорите. А когда у нас возникает вопрос, выделяются, допустим, какие-то деньги на выборы, сразу начинается крик и шум, что какие-то деньги просто списываются в никуда. Но есть процессы, то есть у нас есть болезни роста, безусловно, их необходимо преодолеть. Если решили, что у нас незаконно, что агитация получают какое-то вознаграждение, решили с этим бороться, более того, члены комиссии, ну так давайте это соблюдать. А особисто вы поддерживаете такую винагороду? Я абсолютно считаю, что она абсолютно правильная, она вполне могла бы иметь место на существование. Более того, я вам скажу даже больше, она всегда существовала. Але дивіться, ця винагорода, вона не є якоюсь фіксованою та, власне, офіційною. Тобто, ніяких документів, які, можливо, навіть свідчили про те, що з цих коштів сплачені податки, чи тощо немає? Гарне абсолютно питання. Точно. Гарне питання щодо сплати податків. Якщо з цих коштів будуть сплачувати всі податки, які безпосередньо сплачуються кожну особу. Залишиться 300 гривень, так, власне. То, залишиться так, тому що 18% НДФЛ, 1,5% – це військовий збір, і 22% – це ЄСВ. Ніхто не мішає якомусь чоловіку. 41,5% – це буде податки. Членів комісії, ну, тисячі людей по стране, може бути, десятки, навіть тисяч по стране були членами комісії. Более того, ніхто не мішає чоловіку, якщо він так хоче заплатити налоги, у кожного є така можливість. Але я щось не бачив, по-моєму, ні одного чоловіка. Ні, якщо безпосередньо сплачуються кошти, то якщо це сплачуються кошти фізичної особі, то відповідно до нашого законодавства, саме податкового кодексу, повинен податковим агентом бути особа, яка безпосередньо грошові кошти перераховує. Тобто, якщо це партія або як там штаб, а чи можна вважати, власне, ось таку поки що неофіційну практику підкупом? Ну, у нас, если мы смотрим, по крайней мере, официальное изъяснение правоохранительных органов, они именно так это и трактуют. По крайней мере, начали трактовать это на этих выборах. Ну, да. По крайней мере, до этого не было, но сейчас это стало. И в принципе, с того же привода, если мы говорим о букве закона, да, они правы, абсолютно правы. Можно ли расценить? Можно. Вчора на НСК Олімпійський під час монодебатів, можна сказати, Петро Порошенко відповідав на питання стосовно членів ДВК і зазначив, що він, тобто президент України, чи не єдина людина, яка зацікавлена у тому, щоб вибори відбулися. Давайте послухаємо. Не можна на сьогоднішній день ніякими кроками і ніякими технологіями зірвати кворум і заблокувати голосування. Це ні в кого не вийде. Тому що законодавство саме передбачає, що якщо, не дай Боже, в комісії немає кворуму, окружна комісія одразу вже приймає рішення, змінює кворум і комісія продовжує роботу.
Якщо хтось хоче запропонувати будь-які інші сценарії, а робити теорію заговору, я вам говорю, що у нас на сьогодні немає більше зацікавленої людини в проведенні чесних виборів, ніж президент Порошенко. Михайло, у вас є думка стосовно цього фрагмента? Смотрите, вот у нас огромное количество, ну я не буду говорить чуши и глупости, которые сейчас из средств массовой информации, в том, что рассматривается вариант, что сейчас станет, что откажется один из кандидатов и по состоянию здоровья уйдет, и это выборы должно запустить с самого начала, что не сформируются избирательные комиссии и так далее. Прям нагадывает Евробачение. Нет, ну на самом деле это сознательно создается из истерии – это одна из часть технологий, которая используется обеими избирательными штабами. Это абсолютно нормальный, абсолютный факт. Но я просто призываю людей быть спокойными. Да, безусловно, выборы будут достаточно сложными, выборы будут нервными. И количество людей в комиссиях, конечно, всегда лучше, чтобы их было больше, чем меньше. Но, опять же, очень часто вы, опять же, те, кто голосовал, я сейчас обращаюсь к телезрителям, видели, что очень часто просто какое-то количество членов комиссии просто, извините, просто стоит и урну охраняет. То есть ничем не занимается. По крайней мере, практически на каждом большом участке такое можно наблюдать. Вопрос в организации работы. И вот я вот привожу пример вот тех событий, которые я брал лично или которые лично наблюдал. Я говорю о выборах 137-й избирательный округ, Одесская область, первый тур. Там в какой-то момент сложилась ситуация, что были две раскладки руководящих органов. И у двух групп комиссий. Там в течение нескольких дней даже в СМИ появлялись сообщения, что срываются выборы и так далее. Да, срок по закону положены, комиссия не уложилась, не приняла решение. Приняла это решение на полтора дня позже. От этого выборы признаны были недействительными. Не выборы. Давайте вопрос долучимо, в организации Михайло. Работы, не более того. Давайте долучимо до нашої розмови Зою Лебідь, це координатор спостереження опори за виборами в Кіровоградській області. Зоя, вітаємо вас. Доброго дня. Наскільки ми знаємо, саме на Кіровоградщині не вистачає 4 тисячі членів ДВК. Наскільки це відповідає дійсності? На 12 число, коли потрібно було подати кандидатам у президента, останній термін був, не вистачало навіть більше, ніж 4, практично 4500 членів в ДВК. І як зараз ваша область збирається виходити з цієї ситуації, адже часу вже, по суті, немає? Дивіться, по закону далі займаються цим окружні виборчі комісії, вони зобов'язані набрати членів дільничних виборчих комісій. На даний момент, тобто на цю годину, в процесі формування ще дільничні виборчі комісії, тобто сформовані десь відсотків на 60 в області, можливо до 24.00 і буде сформовано повністю. Тобто колапсу, по суті, немає, так? Ну, я б сказала, що робота нон-стоп окружних виборчих комісій, які працюють 3 доби підряд, шукають людей. І в частині комісій на завтра можуть не бути сформовані ще дільничні комісії. В частині округів. На вашу думку, чому так складно знайти людей? Людей складно знайти, тому що без попередження від окружної виборчої комісії, яка цим зазвичай не займається і не має своєї окремої бази даних, членів комісії. Окрім того, оплачується їм тільки 2 доби державного бюджету. Це 230 гривень одна доба і 230 друга. І якщо, наприклад, поїхати і подати заяву, ну, центр округу знаходиться в одному місці, а населений пункт в іншому, то просто з'їздить туди і назад, це і вийде витрати, яка ця оплата 230 гривень. Тому бажаючих багато немає. Зоя, є до вас репліка від нашого гостя Михайла Шмишкович. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, взагалі, може бути це зв'язано з тим, що йде огромне кількість, в тому числі від громадських організацій, заявлення про те, що проводиться під видом видачі вознаграждення штабами за роботу агітаторами, членів комісії, щоб фізично відбувається підкуп избирателей, і, можливо, це відпугнуло якесь кількість людей? Можливо, це є одною з причин, тому що саме від одного з таких кандидатів, кого звинувачували в такому підкупі, немає членів дільничних виборчих комісій. Дякуємо вам, Зоя, за те, що ви знайшли час і зв'язалися з нашою студією. Зоя Лебедь, координатор мережі «Опора» за виборами Кіровоградської області, була з нами на зв'язку і пояснила, яка зараз ситуація саме на Кіровоградщині. Ну, дивіться, кажуть, власне, що колапсу все ж таки немає, але напружена ситуація, тому що багато роботи на плечі, власне, вкладають
І тут, мабуть, дійсно, три дня працювати без відпочинку, ну, якось важко. За 300 гривень чи не? Було 250. Так. Кому, як, власне, пощастить? Мабуть, це так. Ну, на самом деле там существуют определенные технологии, на небольших участках иногда сознательно тянут время, чтобы получить возможность получить, чтобы члены комиссии получили деньги. Не 300, вот, 600. Ну, не 230, а 460. Вот то, что я вам говорил, то, что мы с вами спорили. Вот откуда у меня цифра 400, потому что, как правило, все ждут сознательно, что произошло 12 часов, и после этого едут, сдают протокол. Такое теж существує, це теж как бы люди, это как бы жизнь. Це може бути заангажованість саме членів комісії, які просто чекають на більшу винагороду. Ну, не може бути такого. Так я таких примерів десятки знаю. Ну, це свого роду шантаж. Смотрите, это не шантаж. Смотрите, есть большие участки. Вот у нас в Одессе участки, как правило, большие либо средние. Ну, как бы в 99% случаев. Mm-hmm. Если мы говорим о населенных пунктах, где проживает там 200 человек, а то там 50 избирателей, то у них, собственно, работы не так много. Собственно говоря, но они сознательно в этом случае тянут 12 часов, и потом едут, задают протокол, чтобы получить возможность, чтобы люди получили больше. И, в принципе, все в этом, опять же говорю, традиционно участвуют представители абсолютно всех кандидатов, абсолютно всех политических партий, потому что это жизнь. Вы знаете, у нас все как с коррупцией, все про все знают, але ничего не роблять. Нет, вот вы знаете, Михаил интересно говорит, да, я вам хочу напомнить, что все представители кандидатов в президенты, это тоже живые люди. Вы сейчас здесь смеетесь над тем, что они тянут время для того, чтобы... Я не смеюсь, я говорю. Нет, вы смеялись, поэтому еще раз вам говорю. Уровень экономического, состояния сегодня Украины, материального благополучия граждан таков, что да, для кого-то эти 600 гривен, это может быть последнее спасение, понимаете? Понятно. А вы сейчас смеете, вам весело с этого. А я вам еще раз говорю. Я смеюсь над вами на самом деле, с этого весело, понимаете? Потому что очень забавно слушать, как вы пугаете людей, что выборов никто не будет. Никто людей не пугает. Никто людей не пугает. Мое мнение, что вы пугаете. Никто людей не пугает. Надо выполнять закон. Абсолютно вот выполняем закон. Я вам хочу напомнить, что правоохранительные органы еще занимались сетками. Так пускай напомнить вам избирательные сетки. Да, вот и все. Поэтому не надо тут... Я очень рад, что вы выступаете за закон. Мне очень приятно. Издеваетесь над людьми, смеетесь над человеческим горем. Да, конечно, издеваемся. Вот ваша оценка. Только издеваемся и столько. На самом деле человек пошел сюда с идеей того, что создать ситуацию, что все плохо, все ужасно. Действующая власть просто цепляется зубами за нее. И так все плохо, сейчас они будут срывать выборы. Вы сидите и смеетесь над людьми. Над вами я смеюсь, потому что то, что вы говорите... Это смешно. Вы смеетесь. Я только что очень благодарен министру, которая блестяще объяснила ту ситуацию, которая есть. Я вам рассказываю реальные ситуации, которые в жизни, которые существуют. И существуют абсолютно всеми. Да. И очень хорошо, что сейчас все начали соблюдать закон. Очень правильно это. И более того, абсолютно никто не пугайтесь, выборы пройдут. Никто, люди сделают свой выбор. Все знают, что выбор – это не только право, а это и ответственность любого человека. И за этот выбор надо будет выполнять требования закона. Безусловно, будут выполнять. Вот. И вчера был последний день подачи. Вчера был последний. Я не вру? Я хочу сказати, вибачте, вот с приводу того, що був коментар, що зараз ходять якісь там залякування людей, що хтось, можливо, там за технічними або там за станом здоров'я не піде у другий тур, і через це, можливо, там знову необхідно буде проводити вибори. Але в законі чітко зазначено те, що якщо, допустимо, хтось із кандидатів знімає свою кандидатуру перед другим туром, другий тур все одно відбувається, і якщо особа набирає 50 плюс один голос, 50% плюс один голос, він стає президентом України. Це практично автоматично. І все. Тобто нічого такого не буде, ніякої проблеми, навіть якщо один з кандидатів за станом здоров'я або з будь-якої іншої причини зніме свою кандидатуру. От з цього приводу, коли людина може зняти свою кандидатуру, якихось конкретних немає. Там ще, здається, 7 квітня. Розумієте, він може просто сказати, що я от не хочу. Він все одно, якщо вже бюлетені надрукували, це було як безпосередньо перед першим туром з Тарутою і з кимось ще, я не пам'ятаю, з Морозом. Тобто він був у бюлетенях, але він заявив, що я от не хочу балотуватися. Ну, офіційно можна було, здається, до 7 квітня зняти свою кандидатуру. Звичайно, зараз може відмовитися. В першому турі до 7 марта. Тобто, якщо будь-яка... Другий тур до 7 квітня. Ну, про Мороза говорили, вони не знялись. То ще до першого. Офіційно вони не знялись. А саме, коли вже
фінішували у нас два кандидати, то можна було зняти свою кандидатуру до самого квітня. Є технології, часть цієї технології, які використовуються, опять же, технології, використовують оба штабу. Це не являється ні для кого секретом. І одною з технологій одного із штабів – створення так називаємої істерії для мобілізації збирателів. Ну, от цим вони активно зараз займаються. Ну, це їх право, ну що ж робити? Моє право успокоїти людей і сказати, що нічого страшного не відбувається. Залишається 10 хвилин, хотілося торкнутися іншої підтеми. А на даний момент 22% глядачів проголосували за те, що у них виникли проблеми зі зміною місця голосування. Я так розумію, що головна проблема – це відстояти у черзі по декілька годин сам на собі. Все це перевірив. 5 годин стояв у Приморській райадміністрації. І зараз ось можете показати в полі вікні ось ці довжелезні черги. А сьогодні, до речі, вже був останній день, коли можна було змінити місце голосування. Чи є інформація, скільки людей по області змінили місце голосування? Ні, такої інформації у мене немає. Вона, скоріше всього, з'явиться завтра. Обично ЦВК, по крайній мірі, по ведучому опиту. Тож, дуже добре, що велике кількість людей міняє голосування. І зараз ми побачили одну з тих речей, які явно необхідно законодавчо урегулювати. Безусловно, такого кількості не було ніколи ні на одних виборах. Более того, я вам даже напомню, на выборах в Верховный Совет, если не ошибаюсь, в 2012 году как раз наоборот парламент ограничивал возможности поменять место регистрации, потому что тогда некоторых кандидатов на так называемых студенческих округах обвиняли в том, что они массово переводят своих избирателей на свои округа. И тогда парламент вообще практически это запретил. Сейчас это, ситуация показывает, что та зарегулированность, которая у нас иногда существует, и в том числе принимались эти законы, в том числе, когда все боялись фальсификации, и вот еще одну запятую добавляли, еще одну запятую добавляли. Сейчас процесс явно требует большей дерегуляции, явно требует... Ну, изменения. Это 21-столетие, какие-то черги. Абсолютно точно. Я по себе могу сказать, я когда менял регистрацию, у меня это заняло минут 15, но это заняло не в Одессе, это был город Подольск. Потому что вы Михаил Шмушкович? Нет, я Михаила Шмушковича в городе Подольске в лицо знает очень небольшое количество людей. Очередь состояла из одного человека. Я его менял не в Одессе, я менял в том городе, где я голосовал. Это бывший Котовск. Ну, вы знаете, такие картины, які ми щойно побачили на екрані, ці черги, з одного боку, вони дійсно радують, тому що це каже про свідомість наших громадян, що вони хочуть все ж таки прийти на вибори та віддати свій голос. З іншого, які дебати відбуваються у цих чергах? Так. Ти, власне, їх чув, так, дійсно, люди... Був навіть модератором. Але ж це все жарти, тим не менше. Ну, хотілося б, щоб до наступних виборів... Тому скажеш, що ми сміємося над горем людей. Ні, давайте не будемо маніпулювати. Будь ласка, Володимир, скільки людей змінило місце? По поводу... Ні, я не можу сказати, це може Державний реєстр виборців відповідати на цей питання. Я хочу просто сказать, что на самом деле по поводу очереди и так далее. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. В данном случае Державный реестр в Приморском районе, если мы говорим, да, за это отвечает Приморская районная администрация во главе с господином Королевым, который со всех билбордов рассказывает про обновление Приморского района и покращение життя Одессити. Так вот, пожалуйста, вот это их последствия их руководства, и вот это то, сколько стоит его деятельность и то, чем занимается сегодня Приморская администрация. Почему она не обеспечила, чтобы было бы увеличить штат тогда надо было? Почему они не обеспечили, чтобы не было вот этих очередей? Вот у меня, я задаюсь таким вопросом, понимаете? Вот это меня сегодня волнует. И Приморская районная администрация во главе с ее главой должны нести ответственность за это. Так, але якби така ситуація була лише в Одесі, в Приморській райадміністрації, але по всій країні такі ситуації. Я просто хочу, опять же, сказать несколько слов. Безусловно, хочется только пожалеть сотрудников Приморской администрации. А людей, которые стоят, которые стоят в очередях, поскольку уникальный наплыв, а то, что... хороший Марат Королёв или плохой Марат Королёв, глава Приморской администрации. Мы говорим о политической ответственности. Я говорю о политической ответственности, но просто дело в том, что Приморская администрация не принимает решение о количестве работающих сотрудников в каком-то отделе. Это компетенция Одесского городского совета, который утверждает численный состав штата. Кто за это отвечает, где они находятся и так далее. Там пожилые люди находятся. Почему для них не созданы условия, чтобы они там где-то могли сесть и так далее. Вот о чем я говорю. Вы там просто не были, поэтому не знаете. Давайте вы не будете.
не рассказывать, где я был. 5 часов стоят. Вы не будете рассказывать, где я был, где я не был. Знание в этих, а то, что очень хорошо, что люди стоят и есть их. А второе, то, что закон, безусловно, требует изменений. Що треба змінювати закон і вносити пропозиції щодо електронної зміни, да, через інтернет. Можна було вдома спокійно, да, за 15, да, хвилин настояти, да, з цих... Так, панове, добре, речей. Давайте зараз почуємо ще одну думку. З нами на прямому телефонному зв'язку наш телеглядач Михайло, будь ласка, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий. Добрий. Мене слышно, да? Так. Хотіла Михайлу задати питання, якщо можна. Так, будь ласка. Михаил, будьте добры, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы начальник штаба президента, правда тут? Неправда. Нет? Ну, неправда. Ну, жаль тогда. Но, может быть, вы знаете. Алло, алло. Кто начальник штаба? Так, кажись. Сегодня я слушала с основных наших, ну, с киевских каналов о том, что не укомплектованы окружные комиссии от имени президента, и выборы могут сорваться. Нет этих людей, которые были в первом туре, считали голоса, и выборы под угрозой. И я хотела бы от вас, ну, я надеюсь, вы всегда возглавляли штаб, и, может быть, вы как-то успокоите, что выборы все-таки будут? Я этим занимался весь этот эфир, но так, если вы не слышали, я с удовольствием это повторю. Количество людей, которые предоставил штаб в комиссии, не меньше, а больше по сравнению с первым туром. Кто что говорят, разные киевские каналы, пускай относятся к их совести. Безусловно, сложности в работе комиссии существуют и они будут существовать, но это вопрос организационной работы тех служб, которые за это отвечают. В том числе вот мой оппонент говорил о качестве работы одной из администраций Одессы. На самом деле это больше касается не какой-то конкретной администрации, а вообще в целом закона, который безусловно требует изменений. И администрации в том числе. Дякуємо за відповідь. Стосовно зміни місця голосування, наскільки ми знаємо, була така статистика, під час першого туру змінили понад 300 тисяч громадян, а за тиждень до другого туру там, здається, більше 200 тисяч. Але в чому проблема? Перед першим туром було 3 місяці, бо можна було змінити, а перед другим лише тиждень. На самом деле, это одна из тех вещей, которые в законодательстве плохо урегулированы. Например, целый ряд людей, которые один раз поменяли, им надо проходить эту процедуру повторно. По крайней мере, этот вопрос можно было урегулировать сразу, и тут даже не было бы вопросов, вот которые, то, что мы говорим об электронном изменении, тут точно сразу начнутся крики, что там фальсификации, негодяи, сволочи, подонки. Это, в принципе, очевидно, это будет делать всегда проигравшая сторона, то есть без фамилии, без ничего, это абсолютно процесс. А вот есть вещи, которые, ну, абсолютно очевидны. Если человек один раз пришел и писал заявление, он, в принципе, мог бы это написать так, через запятую сразу и не делать это второй раз. Вот это абсолютный идиотизм, который нельзя объяснить ни защитой выборов, ничем. Это четко надо менять закон в этой части, но это просто очевидно любому здравому человеку. Наскільки важко змінити закон, на вашу думку, Ірино? Наскільки ця процедура, вона є довготривала? Ну, на мою думку, безпосередньо для того, щоб змінити закон, треба просто внести зміни до парламенту. А як буде голосувати парламент, оце я не можу сказати. А чи буде взагалі у нас парламент? Я не можу. На сьогоднішній день там парламент взагалі не працює. Їх там 30 осіб знаходяться у парламенті. Ну, мені здається, всі чекають виборів і результатів виборів, і після цього вже будуть, можливо, будуть працювати. А можливо і ні, можливо, вони одразу почнуть безпосередньо готуватися до парламентських виборів. Вони їм вже готуються, пані. І безпосередньо їм на всіх нас буде з вами. Тобто лише через 5 років, коли обиратимемо наступного президента, чи та парламент, власне, щось зміниться, можливо, тоді? Давайте для початку виберемо президента 21 квітня. Ну, потрібно дивитися в майбутнє. Думати, що буде за 5 років. Оптимістично дивитися в майбутнє. Ну, і хочеться сказати, що через ось ці величезні черги багато людей розвернулося і пішли додому. І їхні голоси не отримує той чи інший кандидат. Це також є великою проблемою. Підводимо підсумки інтерактиву. Чи виникли у вас проблеми зі зміною місця голосування? Так, 31%, ні, 60%. Дев'ять. Ми вам дякуємо за участь в ефірі, дякуємо за вашу дискусію. Далі у нас світові новини, ну а після дуже важлива тема від АТО до операції Об'єднаних сил. Що змінилося за останні 5 років і коли закінчиться війна? Дочекайтеся, буде цікаво.